Реконструкция сражения времен гражданской войны под Белгородом. В чем историческая основа сценария? Что стало яблоком раздора в этом бою между белыми и красными? Каков был исход битвы и сладкая ли оказалась победа для одной из сторон? Ответы в специальном репортаже. В Белгороде прошли соревнования «Российский азимут-2018», в котором приняли участие более 1000 профессионалов и любителей спортивного ориентирования. В поисках контрольных пунктов они прочесали местность в окрестностях трассы «Олимпия». Все ли справились с заданием? В Белгородской области в течение 3 дней проходил открытый международный учебно-аттестационный семинар по айкидо. Среди тренеров из Казахстана, Ирака, Иордании и Сербии был и православный священник из Новоосколского района, который так же, как и другие борцы, считает, что айкидо – это путь к гармонии. Реконструкция сражения времен гражданской войны под Белгородом. В чем историческая основа сценария? Что стало яблоком раздора в этом бою между белыми и красными? Каков был исход битвы и сладкая ли оказалась победа для одной из сторон? Ответы в специальном репортаже. В Белгороде прошли соревнования «Российский азимут-2018», в котором приняли участие более 1000 профессионалов и любителей спортивного ориентирования. В поисках контрольных пунктов они прочесали местность в окрестностях трассы «Олимпия». Все ли справились с заданием? В Белгородской области в течение 3 дней проходил открытый международный учебно-аттестационный семинар по айкидо. Среди тренеров из Казахстана, Ирака, Иордании и Сербии был и православный священник из Новоосколского района, который, так же, как и другие борцы, считает, что айкидо – это путь к гармонии.